Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Конечно же, все подростки начала 90-х помнят группу «Ласковый май», солистом которой был Юрий Шатунов. Но о дальнейшей судьбе кумира знает не каждый, а ведь он много лет назад женился и уже дважды стал отцом. Его жена Светлана Шатунова редко сопровождает супруга на мероприятиях, связанных с шоу-бизнесом. Да и сам певец, зная, насколько разные попадаются люди, старается уберечь супругу от встреч с недобрыми людьми. Как же познакомился Юра со Светой и чем занимается каждый из них сейчас? Попробуем немного прояснить ситуацию. О самой Светлане известно не так много, но есть информация, что она младше мужа на 3 года и родилась в ноябре 1976-го. Ее профессия не принадлежит к миру музыки, ведь она имеет юридическое образование. А как отмечает сам певец, основные обязанности его жены – это домашние дела и забота о детях. Они познакомились более 20 лет назад. Местом знакомства молодых людей стала Германия. Впервые Шатунов увидел будущую жену на выходе из гостиницы. Симпатичная блондинка сразу запала ему в душу, и Юра решил не упускать шанс. Девушка тогда не узнала в нем солиста группы, ведь она не интересовалась российской музыкой, поскольку жила в Германии. Вскоре ребята стали встречаться. Даже по прошествии многих лет супруги с уверенностью могут сказать, что почувствовали влюбленность с первых минут знакомства. В сентябре 2006 года у молодой пары родился мальчик, которого они назвали Деннисом. Родители решили его окрестить, и обряд крещения состоялся в сочинском храме Андрея Первозванного. А расписались Юрий и Светлана только в январе 2007 года. И уже в марте 2013 на свет появилась их дочь Эстелла. Крестным отцом девочки и ее старшего брата супруги решили взять известного продюсера Андрея Разина. Сейчас семья Шатунова живет в германском городке Бад Хомбург. Глава семейства часто гастролирует, и ему редко удается побывать дома. Но он утверждает, что родные уже привыкли к такому образу жизни, и это нисколько не мешает в их прочной семейной жизни. А поддерживать отношения на расстоянии им помогают современные средства связи. Как отмечает сам певец, он очень счастлив, что судьба ему подарила когда-то встречу с такой прекрасной женщиной, и это счастье с появлением детей стало еще больше. Если в 90-х вы танцевали под песни группы «Ласковый май», ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!